1941 год. Это было то время, когда люди жили счастливо. Люди строили жизнь, возводили города. Это было то время, когда дети росли, ходили в школу. И был в том 41-м году день 22 июня. Это был тот день, который перечеркнул счастливую жизнь людей. И был накануне 22 июня день, когда 10-е классы выходили в большую жизнь. У них был последний выпускной вечер. Но их жизнь, большая жизнь, которая должна была быть большой жизнью, самостоятельной жизнью, началась с фронтовых огненных дорог. Миллионы из них погибли в этой борьбе, в борьбе против ненавистного фашизма. В те дни, когда фашистские полчища надвигались на нашу страну, люди терпели большие, наш народ терпел большие поражения. Но были дни, вечера, когда воины сидели в землянках, пели песни, читали стихи, которые сочиняли поэты и композиторы. Эти песни и стихи были посвящены героям, героизму, мужеству наших воинов. И вот действительно, представьте себе, что фашистская Германия, фашистская армия, которая к тому времени уже завоевала полмира, на эту армию и работала полмира. И вот в борьбе с этой армией наш народ выстоял, победил и разбил фашистскую армию. И сегодня вы будете читать и петь песни тех военных грозных лет. А еще я хотела сказать, что в 43-м году вышел фильм в 6 часов вечера после войны. Он вышел за полтора года до конца войны. И в этом фильме показан тот вечер, когда закончилась война, и на Красной площади встречаются двое влюбленных. Вот вы представляете, в 43-м году, и это, наверное, говорит о том, что наши люди нисколько не сомневались, что они выстоят и победят, и будет процветать и жить на этом свете любовь и радость и счастье. А сейчас нашу концертную программу начнет 6-й класс А. Продолжим концертную программу 5 А, 5 Б, 5 Г, 6 Б, 6 Г и закончит программу 6 класс В. После боя сердце просит музыки, да нет. Кто придумал, что грубеет на войне сердца, только здесь хранить умеют дружбу до конца. В битве за друга всю душу смело положат друзья, не расколоть, не разрушить дружбы военной нельзя.
сражаться, число небольшое, но если 15 ребят умеют сражаться, как эти герои, врагу они путь преградят. Немецкие танки неслись в Пятигорску, был выброшен вражий десант, когда комсомольц отважную горску собрал молодой лейтенант. Разбойники в касках взбирались на скат, на славную гору Машук. Одна за другой у них летали гранаты из детских уверенных рук. Навстречу машину со знаком паучным часа полтора на краю. С вершины летели бутылки с горючим и сыпал свинцом пулемет. 14 парней сражались с десантом винтовкой, гранатой, штыком. 15 их было с лихим лейтенантом, 16 с горой Машуком. Немецкие каски висели на склоны, дорогу у ног Машука, пока занимали рубеж обороны кавказские наши войска. Львов! Чтоб стать мужчиной, мало им раниться, чтоб стать железом, мало будет рудой, должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой. Какие бури душу захватили, но ты солдат, и все сумей принять, от поцелуя женского до пули, и научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже ведь оружие, и ты его однажды примени. Мужчина умирает, если нужно, и потому живут в веках они. Чтобы не меч, нас не искалечит, мое красное лицо.
господа, час обеда к родине приблизился, подкоп волчьих вражеских небесицы разогнуло всегда. Thank you.
Похороним был дважды заживо, знал отцуху, любил в тоске. Но я Москвою привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Thank you.
Давид Самойлов, сороковые. Сороковые, роковые, военные, фронтовые, где извещания похоронные и перестуки эшелонные. Гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко. И погорельцы качают с запада к востоку. А вот и я на полустанке, свои замурзанные ушанки, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня мундштук наборный. Я с девчонкой балагурю, и больше нужного Ромео, и палку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Завтра вернемся к боям. Кто-то твой голос не слышит, друг наш.
Thank you.
Родина. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сельскую меридианом, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твои руки, и в краткий миг припомнить раз надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь Родину, такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, причемку со со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким молодняком. Вот где нам посчастливее умирать, где на всю жизнь, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горь земли, которая годится, чтобы видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти три березы, три жизни никому нельзя отдать. Была черна. В 41-м, 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым. Злую зелень состоявшихся полей, рыжий цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына
оба двое, два крыла, воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу, похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг, повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло, оба сына возвратились в село. Оба сына, оба двое, плоти стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком, плечо к плечу, руки целы, ноги целы, что еще? Пьют зеленое вино, как повелось, у обоих изменился цвет волос, стали волосы смертельной белизны, видно много белой краски у войны. Не всем матерям довелось дождаться своих сыновей. Миллионы детей лишились отцов, матерей. Я сейчас попрошу всех встать. Память тех, кто не страшась никаких испытаний, боролся и погиб за свой народ, почтим минутой молчания. Объявляется минута молчания. Мы не видим их ордена, мы забываем о них. Мы забываем, что эти люди, именно этим людям мы благодарны, должны быть всю жизнь. Именно этим людям мы должны говорить спасибо и не забывать, уступать им места, не забывать, но просто их не забывать. Ведь в каждом доме живут эти люди. Их меньше и меньше с каждым днем. Они уже стары, многие из них беспомощны. И, наверное, вы, в первую очередь вы, должны не забыть им помочь. Низкий поклон им. И я еще хочу в завершении нашего праздника поздравить вас всех с этим праздником. Пусть будет мир,
Пусть никогда не будет войны. Пусть никогда ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки, ни ваши правнуки не услышат взрывов бомб и снарядов. С праздником вас! И не забудьте поздравить всех, кто вам будет встречаться в эти дни на улицах, с этим праздником, всех ветеранов.